Привет всем! Вы на канале Позитивный огород, и сегодня приступаю к основному посеву семян дельфиниумов. Первые посевы были совершены еще 2 недели назад для проверки схожести семян. То есть, как только мы приобрели семена, их обязательно нужно поместить в холодильник, потому что они примерно где-то в течение года только сохраняют свою схожесть. А вот при такой комнатных условиях схожесть теряется гораздо быстрее. То есть примерно где-то 1-2 месяца, и все, эти семена уже теряют свою годность. Поэтому приобрели семена, сразу ложим их в холодильник. И приобретаем, конечно, с хорошим сроком годности, то есть чем свежее, тем лучше, в течение года. Дельфиниум мы приобрели, вот такой Pacific Jonathan, высевают его с февраля по май. Ну, конечно, чтобы получить цветение в первый год, хотя не всегда это получается, нужно высевать вот его в начале февраля лучше. Здесь вот не указано, что нужно делать стратификацию, но в принципе, конечно, лучше сделать стратификацию. И всходы появляются где-то вот на 21-42 день. Ну а так, в принципе, вот какие всходы. То есть некоторые взошли, некоторые только всходят. Но в принципе неплохая всхожесть семян. И семена мы предварительно замочили в Эпин Экстра. Одна капля на 100 мл воды, и где-то продержали их там около 4 часов. А затем вот вытащили, отжали лишнюю жидкость и разложили, чтобы они немножко подсохли, чтобы их было удобнее сеять. Емкость заполняем рыхлым питательным грунтом, не доходя где-то 3 см до верха горшка. И затем на эту поверхность мы должны разложить снег, где-то слоем 1 или 1,5 сантиметра. Итак, разложили снег, и по снегу более или менее равномерно раскладываем семена. А сверху семена необходимо все-таки немножко присыпать или грунтом, ну так как бы присолить, либо же можно использовать вермикулит и сверху присыпать именно вермикулитом. Итак, присолили наши семена мы вермикулитом, сверху нашу емкость затянули пищевой пленкой и сделали в ней отверстие. Теперь самое главное, мы должны поставить нашу емкость с семенами в холодильник где-то на 5-6 дней на стратификацию. Затем уже по истечении этих 5-6 дней мы достаем нашу емкость и ставим ее на подоконник. Температура где-то 18-20 градусов. И сверху мы накрываем ее каким-то материалом, чтобы у нас не проходил солнечный свет. Ну и вообще свет не проходил, чтобы семена у нас как бы первые двое-трое суток после именно доставания их из холодильника находились в полной темноте. А затем, когда уже семена начнут прорастать, мы уберем эту ткань, оставим только, получается, вот эту пленку, которая сверху, и семена у нас будут потихонечку прорастать. Затем можно либо подсыпать вермикулитом, чтобы у нас семена лучше как бы укоренялись, а затем уже можно будет и присыпать землей, как вот у меня уже в том горшочке, они присыпаны землей. Тогда семена лучше как бы активнее всходят и быстрее вот раскрывают семидоли. Итак, в принципе и все. В посеве семян дельфиниума нет ничего сложного. Самое главное, чтобы у нас были свежие семена. И как только мы их приобрели, сразу мы их положили в холодильник. Ну и, конечно же, чтобы был период стратификации. А в дальнейшем дельфиниум мы выращиваем при где-то 18-20 градусах тепла. Главное, чтобы не было высоких температур, так как при высокой температуре дельфиниумы они у нас вытягиваются и достаточно плохо развиваются, плохо растут. Но всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока, до новых встреч. Шикарного вам цветения, урожая и всего самого-самого доброго.